Так, восстанавливаю по сейвам, взять утопии, партии с Сэмом, собственно, первые 2 недели видео, которого уже выкладывались. Третью неделю как-то то руки не доходили. То еще чего? Не срослось, в общем. Смонтировать. Но там особо ничего интересного не было. Там вот эта трава зачищалась. Собственно, стек Минотавра с прикрышкой начинал косить. В общем, здесь дали полный отстой. О. Был счастлив. Прожился золотой шахтой, разбился от пегасов и срулил домой. Когда увидел вот эту тружу. Ну а в ней уже улик, портал и утопка засветилась. Вот, сейчас ее и будем брать. Комп там что-то исполняет. Но это нам уже не важно. Так, подвозим мясо. Так, этим по кумполу настучать надо. Плащик штука полезная для безобразия. Это, собственно, мясо на слив в утопии. Нет, а то я точно занимался. У нас в шахте ночевал в улье, поскольку не было копеек на слив мухом. А минотавров сливать совсем не хотелось, на котором мы не берем. Хватит тут этих ребят. Даже не так, а вот так. Улей мелкий оказался. Знал бы прикуп, уже был в Сочи. Шахти пошел ломать все. Ман тратить нельзя, потому что она мне на утоп нужна будет. Один каст.
Тут, естественно, решает Минотавра. Как и почти во всех боях в этой партии. Пустек весьма нехилый. Вот все просто. Мясо вагон. Ну конечно. Про расстановку сейчас не подумал, но покашили немножко трогов. Ладно. Не суть важно. Сойдет. Трогов меня по-любому скрошит. Итак, все ударные стыки в левые слоты. Отжор на центр и понеслась. Хотя все равно грызть будут гарпии. Они хилые, дамаг у них высокий. Их очень драконы не любят, поэтому в первую очередь загрызут их. Почти насмерть. Тут мы шелгуемся. И через выезд начинаем косить. Так что плохо лежит. В частности, драконов зеленых. Очень неприятные ребята. Так. Под продув еще не подставится. Кажется, уже подставился. Ну ладно. Тогда не будем их бить. Ангелами. Ударим только верно. Значит, товарищи с удовольствием думают. Окей. Так, вот. Самое опасное здесь черный дракон, конечно. Потому что земля родная. Хотя, как сказать. Очень мне нравится они. Да, под продув подставляется, конечно, стратегия. Ну, примерно так все и происходило. То есть у меня покосили все, кроме Минотавра. Ну и насыпали вот такую штучку. Самое главное, деньги на скупку. Ну и мячишка хороший. Ну все.